Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба, привет! Сегодня у нас 17 марта, начинаем монтаж теплицы Легенда, шириной 3 метра, длиной 8 метров. Начинаем собирать каркас. Так, половина каркаса мы построили, арки, торец, сейчас будет перегородка и далее по плану. Каркас готов, сейчас будем крепить к бетону и начнем крыть поликарбонатом. Каркас стоит, закреплен бетоном, выровнен. Сейчас будем крыть поликарбонатом. Начнем со стен. Дальнюю стену покрыли поликарбонатом. Осталось прокрутить термошайбами. Сейчас будем крыть переднюю стену. Обе стены установлен поликарбонат. Сейчас идет монтаж уголков, так называемых переливов, чтобы вода текла по теплице, не попадала внутрь. Теплица у нас почти готова. Осталось прокрутить термошайбами листы на крыше, установить форточные блоки и систему подвески, чем мы сейчас и займемся. Закончили монтаж. Получился у нас Легенда. Шириной 3 метра, длиной 8 метров. Цвет темно-коричневый. Ну или просто коричневый. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Все заполнение из трубы 20 на 40. Прогоны 20 на 20. В теплице у нас имеется перегородка, перегородка глухая. Также есть форточный блок, который управляется термоприводами. Они сейчас отключены, потому что еще прохладно, нежелательно их подключать. Перегородка делит теплицу пополам. Сам каркас стоит у нас на бетонном основании, закреплен с помощью анкеров. По торцам разрезные двери форточки. Также установлен декоративный уголок для большей красоты, так скажем. И все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Пойдем в другой отсек. Все то же самое. Форточный блок с термоприводами. И также у нас в теплице есть система подвески. 4 нитки на всю теплицу. Поликарбонат 4 мм толщиной, 0,8 плотность. Самый лучший.
этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!